Начинается высадка второй волны десанта. Со второго этажа гранатометчик стреляет по БМП. Экипаж поврежденной машины старается вывести десант из боя. Разбитая гранатометом гусеница рвется на повороте. Механик-водитель умудряется вывести машину из-под огня на одной гусенице. Гранатометчик обнаружен. Снайперы не дают ему уйти, но и не могут достать, так как он залег за укрытием. Навестить его отправляются танкисты. Механик-водитель осматривает неисправность, а БМП между тем продолжает бой. Необходима замена гусениц.
как скоро сможет в такой обстановке добраться до них эвакуатор. И на всякий случай отправляется за новой гусеницей. Но эвакуационная машина прибывает незамедлительно. Как всегда, под огнем противника командир эвакуатора цепляет БМП и вывозит. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мышин. Анна Ньюс, Сирия.